45-летний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин вызывает восхищение у многих дам. Красавец-мужчина имеет хорошее состояние, умен, талантлив, да к тому же много лет хранит верность своей возлюбленной. Звездная пара жената с 2011 года, и артист клянется, что будет любить свою избранницу всю жизнь, независимо от того, сколько ей лет. Между тем, привлекательность Галкина не остается незамеченной даже его коллегами. Недавно артист решил показать в личном блоге урожай из своего сада, но ненароком нарвался на комплименты певицы Славы. Секси, восхитилась звезда эстрады супругом Примадонны, увидев его роскошные волосы. Очередной новый пост Максима Галкина вновь вызвал волну эмоций как у обычных пользователей сети, так и у знаменитости. Юморист с голым накачанным торсом и при усах сделал селфи в зеркале, объяснив свое появление в таком эротичном виде работой. «Вхожу в роль самовлюбленного соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь. Что посоветуете?» Подписал он под снимком. «Уже все получилось», — успокоила его Марина Зудина. Профи откликнулась глюкоза. Круто! Бегу! Огромный мир! Пиздец, да? Нормально. Уже про маму. Фактически, это мой сын, и я могла его родить. Такое право, где вам над тем пиши, повеселить сам бы.